9 команд победителей зональных соревнований среди юных инспекторов дорожного движения приехали накануне в город над Бугом, чтобы в честной и конкурентной борьбе определить, кто самый теоретически и практически подкованный юидовец. Многие из них уже не в первый раз стремятся подняться на первую ступень пьедестала почета, но есть и новички. Появление последних – знак того, что конкурс популярен и с каждым годом только расширяет географию участников. Впервые совпал слет конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения с проведением третьей глобальной недели безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций. И самое главное, что у одного мероприятия, что во второго, основная цель – это профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Получается, что в первую очередь задача не только госавтоинспекции, но и всех заинтересованных ведомств, организаций, в том числе управления образованием, это сделать безопасными дороги для наших детей. В этом году областному слету конкурсу юных инспекторов дорожного движения исполняется 37 лет. Солидный возраст для подобного рода мероприятий – еще одно доказательство пользы от его проведения. На протяжении долгого времени форум является хорошим подспорьем в деле воспитания подрастающего поколения. Для того, чтобы ребенок что-то хорошо запомнил, он должен сделать это сам. Для того, чтобы он выучил, знал хорошо какое-то произведение, ему нужно не рассказать, а он должен прочитать сам, сделать что-то своими руками. То же самое и здесь. Когда ребенок через себя пропустит и правила дорожного движения, и то, как нужно ездить на велосипеде, и как нужно общаться во время дорожного движения, он тогда и будет таким. Причем он не просто таким образом получает знания, но еще и учится учить других. Правила мало знать, их надо соблюдать. Ребята в первую очередь сами стараются не нарушать законы дорог. Хотя и признаются, что получается это не всегда. Далеко не каждый устоит перед соблазном все-таки перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, если поблизости нет машин. Однако, по заверению юидовцев, они стараются такие порывы сдерживать и друзей своих останавливать. Мы хотим помочь людям, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, чтобы было меньше аварий. Мы много изучали, чтобы рассказывать, объяснять там детям маленьким, чтобы они знали в будущем. Мне это очень просто нравится. Я люблю дорожное движение, потом собираюсь свою жизнь связать с этим как-то и просто интересно. Впереди у ребят еще не один конкурс, где будут проверены их теоретические знания в области дорожного движения и практические навыки оказания первой медицинской помощи, а также креативность и творческое мышление при подаче материала. Задания легкими не назовешь, но следующий этап республиканский. И поехать на него должна команда, которая способна подняться на пьедестал почета.